Вот добрая женщина, робот нам сказала, что конференция записывается. Коллеги, добрый день. Реально очень хочется, чтобы этот день был добрый, несмотря на все эти события, которые у нас тут происходят. Вот я не знаю, почему, не могу вам объяснить словами, но практически мы такая стопроцентная уверенность, что у нас все будет хорошо. Вот реально все будет хорошо. Но главное только не паниковать и вот не предаться вот этой истерии, которая как-то чересчур уж накручивается. Других слов у меня нет. Хотя, может быть, конечно, мы что-то не знаем, но лично я. Поэтому советую только один. Не смотрите телевизор перед завтраком, так перефразируя классику. Вот. И, конечно, нужно переключиться на что-то, нужно чем-то заняться. И у вас сейчас есть прекрасная возможность. Изучайте, пожалуйста, те материалы, которых все больше и больше в нашем тренинг-центре. То есть вот основной курс привлечения клиентов из интернета, не смело говорить, что он, у кого-то микрофон включен, пожалуйста, посмотрите, у кого-то что-то гавкает. Так, поэтому... Материалов все больше, пожалуйста, изучайте их, но именно изучайте, потому что, читая некоторые ответы учеников, становится, ну, лично мне становится ясно, что люди это делают просто формально. Хотя, тогда зачем вы просто тратите время? Идея, пока есть такая возможность получить практический навык, пока есть возможность консультироваться, у меня времени пока более чем. Пишите, задавайте вопросы, ну, конечно, их заранее, потому что я бы сейчас помог кому-то подключиться. Я специально заранее ссылку-то кидаю в 9 часов, но звонок в 10 часов, когда у нас в 10 часов начинается консультация с просьбой помочь, но уже, извините, время вышло. Уже поиск, как говорят, ушел. Хотел бы, но уже не могу. Поэтому, коллеги, пожалуйста, изучайте, спрашивайте. И получаете практический навык. Потому что сейчас, вот если вы обратили внимание, да, те люди, которые смогли выстроить работу параллельно еще, кроме офлайна и в интернете, им все-таки вот эти события переживать, ну, проще. Понимаете, вот эта вот самоизоляция для них не является никакой изоляцией, потому что контактов, коммуникации с людьми у них предостаточно, потому что люди общаются вообще не выходя из дома, и для них это нормально. Вот у вас сейчас есть такая возможность этому научиться, чтобы вам тоже было это, в принципе, нормально. Вот. То, что говорила Ольга Васильевна, то есть интернет – это наша необходимость, теперь, наверное, все понимают, что это было сказано далеко не зря. И если до кого-то это раньше как-то не особо доходило, но вот сейчас, например, для всех очень быстро это дошло, я надеюсь. Вот поэтому, коллеги, изучайте, выстраивайте отношения со своей структурой. Именно, ну, старайтесь выстраивать отношения еще и онлайн. Сейчас я тут перетащу эту штучку. То есть соберите хотя бы своих людей на нашей платформе, вот, чтобы они у вас были в разделе «Структура». Но, правда, вот с людьми, которые только написали свой телефон, даже аватарку не загрузили, да еще телефон какой-то абсолютно левый. Но, наверное, с такими людьми общаться будет крайне сложно, потому что на платформе, к сожалению, нет возможности, но я еще пока не нашел, это переписки на самой платформе, то есть личные сообщения кидать. Хотя, возможно, что-то есть, я еще не догрузил, не до конца. Поэтому хотя бы всех своих людей вот соберите вокруг себя, в своей структуре, на платформе, получите их контакты в социальных сетях и, пожалуйста, с ними общайтесь. Вот я просил подключаться один из уроков, подключаться к нашему сайту, вокруг которого реально хотелось бы людей объединить. Сейчас я его открою. Все-таки сервис отслеживания придется удалять, потому что если у кого-то стоит блокировка, то вот так вот реагирует. Посмотрите, пожалуйста, что я тут сделал. Это, ну, такая простая возможность сделать заказ онлайн. То есть вообще вот просто вот проще не бывает. То есть это далеко не интернет-магазин, но во всяком случае оставить свою заявку, у кого по каким-то причинам
не получается дозвониться до склада, ну, например, склад работает все-таки сейчас не весь день, но он работает, да, оставляйте свои заявки, Маша увидит вашу заявочку, вот свяжется с вами и так вот спокойненько соберет вам заказ. Поэтому все вот эти вот онлайн-коммуникации, это, ну, это реально хорошо. То есть этим и раньше нужно было пользоваться. Сейчас все-таки нужно активнее этим пользоваться. Понимаете? Да, всем доброе утро. Значит, что у нас сегодня будет? Сегодня я вам немного расскажу о тех, не скажу, что изменениях, о тех добавлениях, которые я сделал за неделю. Вот я делаю все возможное, чтобы обучение было проще, понятнее и от вас не требовало каких-то лишних телодвижений. То есть, чтобы человек, который попал на платформу, как вот сказала Ольга Васильевна, у него была пошаговая схема действий. И вот сейчас, кажется, я эту пошаговую схему почти сделал. У меня еще есть вот одно предложение, я его с Ольгой Васильевной обсужу. И тогда вообще будет классно. То есть человек зашел на обучающий центр, и он уже пошел, ну, практически без лишних дерганий вас, техподдержки и так далее. То есть все будет очень ясно и понятно. А я скажу, что я для этого сделал. Вы посмотрите. Те, кто не видел, вы должны знать, как вот сейчас уже система обучения выстраивается. Но вначале небольшая информация для спонсоров, то есть коллеги. Пожалуйста, всех своих людей, которых вы планируете приглашать в тренинг-центр, а еще раз повторюсь, открытую часть, ну, вот наш основной курс, клиенты из интернета Vivasan, я записал. То есть все ролики записаны, мне их нужно только отмонтировать. Это много времени занимает, но, думаю, в понедельник все уже, как бы, открытая часть будет завершена полностью, выложу все. Ну, буду, конечно, потом подделывать, даже скажу, что хочу еще подделывать. Я думаю, что вы оцените, как это делается, и для того, чтобы, опять же, ну, вам было проще работать с людьми. Поэтому, пожалуйста, коллеги, всех приглашайте по своей ссылке. Она у вас у всех есть. Вот эта ссылка доступна у нас в разделе «Партнерка», «Статистика», и вот ваша реферальная ссылка. Вот эту ссылку отправляйте людям, которых вы хотите пригласить. Из своего личного профиля проконтролируйте, что в вашей учетной записи написан именно ваш номер. Именно этот номер кидайте. То есть я вот сейчас зашел из кабинета Ольги Васильевны, здесь ее номер написан. Вас будет вас. Кидайте этот номер. Я записал два очень понятных, ну, мега, с моей точки зрения, понятных ролика, как подключаться к платформе. То есть все эти два ролика, для того, чтобы вы не лазили, их не искали, я выложил вот сюда первый урок, причем я даже поменял его название, называется «Обязательно к изучению», возможно, даже сам тренинг этот, как пользоваться тренинг-центром, поменяю. Вот, и в этом уроке в конце я сделал такой раздел, называется он «Доп. Материалы», и лежат два ролика. Вот именно с этого вы должны начинать, вот именно это нужно кидать людям, которых вы приглашаете. Те, кто еще не очень, так скажем, владеет компьютером, я даже написал, как эти ссылки скопировать. То здесь два варианта. Пожалуйста, почитайте, как вам удобнее, так и копируйте. То есть берете ссылочку на регистрацию, извините, вот так вот, взяли ее, скопировали, да, открыли какой-нибудь текстовый блокнотик, чтобы это подготовить, раз сделаете. То есть ссылку на ролик по регистрации, роликов тут два, один для продвинутых, другой для людей, которые, ну, с пояснениями, то есть в зависимости от того, кого приглашаете, можете кидать либо первый ролик, либо второй, можно кидать два, пусть сам человек решит, что ему более понятно. И, конечно, вашу реферальную ссылку. Вот. Взяли эту рефералочку, тоже вот подготовили все для того, чтобы человек мог зарегистрироваться, и ваш номер. Вот. И вот всю вот эту информацию просто-напросто взяли и скинули в личное сообщение вашему человеку, который вы приглашаете. Все. Дальше человек будет все делать сам, потому что именно таким образом сейчас у нас построено. Но об этом я чуть попозже расскажу. Значит, уважаемые коллеги, спонсоры, специально для вас, вот именно для вас, для людей, которые уже приглашают людей, у которых есть структуры, да, именно для вас вот сделан этот курс, он в самом конце, видите, курс для спонсоров. Значит, чтобы
подключиться к этому курсу, у вас вообще-то должны быть люди на обучающем центре, да? Обратитесь к Виктории, она вам даст от него код. То есть вы его раз введете и станете участником вот этого тренинга, курс для спонсоров, для менеджеров. Именно в уроках этого курса я рассказываю, как проверять задания, чтобы вам было понятно. Вот вы подключили человека, как проверять задания. Как поменять спонсора, чтобы вы могли эту информацию донести для своих людей. То есть здесь такие уроки, которые, ну, в принципе, не нужны для всех, они нужны только для тех, кто работает с людьми, которые учатся у них в обучающем центре. И опять же, уважаемые коллеги, вы поймите, что вообще-то своих людей должны учить вы. То есть вот эти уроки, которые мы собрали, это просто материал. Но учить людей должны вы, потому что, понимаете, обучение – это не просто просмотр вот этих роликов, а это именно взаимодействие, проверка их домашних заданий, какие-то советы, которые вы можете дать им как спонсор. И с вашими людьми вообще-то должны работать вы, то есть не Ольга Васильевна, там, тем более не я, потому что я их не знаю, да? А именно вы, то есть те люди, которые пригласили их в компанию «Вивасан». Продолжайте с ними работать уже в рамках вот этой обучающей платформы. Подсказывайте им, помогайте. Постоянно будете с ними на связи, понимаете? Потому что, ну, именно таким образом вы сможете этих людей удерживать вокруг себя, чем-то помогать, они будут понимать, что вы тот человек, к которому они всегда могут обратиться. То есть, ну, не надо все вот это сваливать на одного человека, который и так сейчас завален кучей другими проблемами. Я про Ольгу Васильевну говорю, понимаете? Потому что все это, конечно, ей нравится, проверка домашних заданий, но это все реально занимает много времени. А это, повторюсь, ваша задача. Но чтобы вы могли проверять задания своих приглашенных учеников, вы сами должны пройти эти курсы до конца. Потому что только человеку, который прошел курс до конца, можно дать права модерирования, то есть проверки домашних заданий. И вот чтобы вас всех не искать, потому что, ну извините, я вас, ну, не всех знаю, чтобы там Виктории было проще с вами как-то работать. Вот все люди, которые находятся вот в этом курсе, присоединились к этому курсу. Всех этих людей можно увидеть вот в разделе учеников. И всем этим людям можно давать права проверки домашних заданий для каждого из курсов, которые у нас в тренинг-центре. То есть берем человека, например, вот Беспалова Марина Борисовна. Я прошелся по всем курсам, которые у нас есть в тренинг-центре. Посмотрел, если человек выполнил все эти курсы на 100%, я даю ей право модерирования. И тогда, когда вы зайдете в свой личный кабинет, вы можете видеть вот такую красную штучку. Видите, красный значок с единичкой. Значит, одно домашнее задание ждет проверки. И если вы такое видите, значит, вы можете это домашнее задание проверить. Если это ваш человек, проверяйте без всяких вопросов. Он, возможно, вам напишет в личку, скажет, там, проверьте, пожалуйста, мое домашнее задание. И вы его проверите. Это не значит, что я или Ольга Васильевна теперь бросим проверять все домашние задания. Нет, мы будем это делать. Но лучше, еще раз повторюсь, там 26-й раз, проверять домашние задания своих людей, чтобы делали это вы. Пожалуйста, напишите в чате, кому это понятно и кто считает, что это правильно. Чат – это вот его нужно включить вначале. Кстати, с телефоном не так уж и плохо и смотрится эта конференция. Правда, звук почему-то у меня все время отстает. Так, написали правильно. Понятно, понятно, отлично. Вот, уже кто-то написал, ну, Людмила, да, конечно, я понимаю. Вот Людмила уже проверяет. Но я посмотрел по структуре, потому что, вот еще смотрите, какая вещь интересная. То есть вообще эта платформа, она классная, вот правда классная. Еще не все ее возможности я знаю. Кстати, все, кто хочет, ну, глубже, у кого есть время, а времени там дофига, у вас у всех есть раздел «Квест век роста», вот этот раздел. И здесь есть видеоуроки именно по платформе. Но они достаточно емкие, но здесь именно вот о платформе, о ее возможностях. Вот, в принципе, если вы спонсор, если у вас есть время, можете, конечно, этот квест пройти. Очень много информации. Но, конечно, вся эта информация подводит вас к желанию чему-то купить. Так, вот я забыл, о чем хотел сказать. Вот, блин, ну все. А, вот я хотел о чем сказать. Посмотрите, чем хороша платформа. Вот когда вы заходите в раздел «Структура»,
под каждым человеком написано нолик, видите, ну, в большинстве своем сейчас. То есть, значит, этот человек никого не пригласил пока на платформу. Но есть люди, у которых по одному, по два, по целых три человека. Я прям даже кого-то видел. Ну вот точно знаю, что у Людмилы три человека, черненькая горит штучка. Сейчас долистаю, извините, что трачу ваше время. Единственное, что пока мне не очень нравится, как у них работает поиск. Поиск иногда не находит того, что надо, но я вот вижу людей, как... вот смотрите. Два человека. Можно нажать на этих двух человек и посмотреть, кто есть в структуре. Правда, почему-то второго человека как-то не видно. Но возможность такая есть. И главное, что все-таки платформа, именно платформа для сетевиков, для того, чтобы вы удобнее и спокойнее могли работать с этой платформой. Вот. А теперь я повторюсь или даже расскажу, потому что схема сейчас это уже выстроена, я вам уже даже немножко начал рассказывать, как приглашать в этот тренинг-центр, то есть наш тренинг-центр. Для чего сделано, я надеюсь, уже все понимают, как с ним работать, когда вы пригласили человека, я немножко тоже рассказал, а теперь как приглашать. Значит, основная задача, которую я лично сейчас ставлю перед собой, это чтобы было все понятно. Поэтому очень прошу, пишите, пожалуйста, ваши предложения. Я читаю сейчас практически все ответы на домашки и для себя помечаю, какие уроки нужно будет там еще подправить, дописать. То, что прям требует срочной подправки, я исправляю. И вот что я сейчас сделал. Я, в принципе, уже доделал то, что можно назвать автоматизированным входом в нашу обучающую платформу. И все, кто приглашает, пожалуйста, вы об этом знаете. Вот эти два ролика, которые я выдернул из первого урока, наверное, все-таки включу демонстрашку и не буду ее отключать. Вот в нашем первом курсе «Как пользоваться тренинг-центром», значит, в самом первом уроке, который называется «Обязательно к изучению», я разместил ссылку на два новых ролика. Они переписаны полностью. Это ролики по регистрации. Первый ролик очень подробный, с пояснениями, ну, то есть для чем, зачем, почему. А второй ролик, он более короткий для тех, кто, в принципе, уже самостоятельно может зарегистрироваться. В принципе, для тех, кто, для кого процесс регистрации вообще не проблема, для них эти ролики как таковые не нужны, но им будет нужен то, что я говорю в конце этого ролика, потому что это ролик не только по регистрации на платформе, а этот ролик, что делать после того, как вы зарегистрировались. Чтобы вам никто не задавал вопросы, там, подтвердите меня, как понять, что вы подтверждены. То есть обо всем об этом рассказано. И как только человек получил подтверждение, что ему делать дальше? Опять же, это рассказано в этом ролике в его конце. То есть необходимо подключиться к первому курсу. Это курс «Как пользоваться тренинг-центром». Вот в ролике прям четко рассказано. Пожалуйста, подключитесь к этому курсу. Возможно, я сделаю так, что только к этому курсу и можно будет подключаться, потому что все остальные курсы будут закрыты. Для чего это делается? Для чего это я сейчас рекомендую? Для чего я, возможно, его оставлю только вот так вот по-простому? Для того, чтобы все в обязательном порядке этот тренинг прошли. Потому что, судя по оформлению анкет, вот я вам показывал структуру подключенных людей, то есть люди вообще этим не занимаются. А в нашем курсе, который называется «Как пользоваться тренинг-центром», об этом все рассказано. И смотрите, с чего сейчас начинается этот первый урок. Он, во-первых, рассказывает, как выполнять домашние задания, что такое вот связаться, как с человеком связаться, с вашим спонсором, как связаться с техподдержкой, как выполнять домашние задания. Что значит задание не принято, где читать, что оно не принято. То есть обо всем об этом рассказано. И рассказано, с моей точки зрения, мега подробно, потому что если бы еще что-то разжевывал, тогда вообще получилось бы вот столько. Поэтому, пройдя вот этот первый урок, человек четко будет понимать, что ему нужно делать дальше. Вот. И если вы, опять же, внимательно посмотрите, по названию даже этих уроков. Вот все эти уроки как раз и позволят человеку
разобраться с основными моментами в нашем тренинг-центре. Заполнить его правильно, для того, чтобы вы могли общаться. И потом с вами могли общаться. Вот сегодня будем говорить о сайте визитки. Я покажу, как его сделать. И покажу, ну, элемент автоматизации, который уже готов, чтобы вы понимали, что вы можете получить. Но все это, если вы не заполнили свои личные данные, не заполнили свой профиль, они не будут работать. Вот опять же, наши обязательные ресурсы, ну не то, что обязательные, это то, через что вы можете общаться с другими участниками. Вот не надо сейчас вначале кого-то приглашать на скайп-чат, а потом через него там выводить тренинг-центр. Это длинно, сложно. Приглашаем сразу в тренинг-центр, человек проходит вот этот курс и сам подключится ко всем ресурсам. Ему не нужно об этом говорить. То есть если человек пойдет по урокам этого тренинга, он сам все сделает. То есть, возможно, я вот здесь вот в конце еще запишу ролик, который будет называться «Что делать дальше?». Вот вы прошли первый курс, возможно, в каждом курсе я сделаю такой финальный ролик, то есть «Что делать дальше?», чтобы, опять же, человек не думал, а что же ему делать дальше. Вот будет такая, как бы, следующая инструкция по дальнейшему движению по тренинг-центру. Вот все это делается для того, чтобы вас, как спонсоров, разгрузить от вот этой тупой работы объяснением элементарных вещей. То есть вы будете заниматься интеллектуальной работой, вы будете общаться со своими людьми и спрашивать, что ему непонятно по урокам, а не как выполнить домашнее задание, что делать дальше, как-то зарегистрироваться, как подключиться и так далее. Потому что вся эта техническая однообразная муета, она вся будет здесь, в этих уроках. Вы будете просто человеку говорить, вот там такой-то, такой-то урок, пожалуйста, его посмотри. Все, и будет как бы проще вам и проще людям. Вот. И опять же, в этом первом уроке я говорю о том, какие курсы нужно проходить. Вот, опять же, читая домашние задания людей, ответы на домашние задания, я понимаю, что люди как-то это делают, ну, чисто для галочки. Поймите, коллеги, у нас есть два обязательных курса. Вот этот первый курс, как пользоваться тренинг-центром, и курс, который, ну, ради которого, наверное, вы все сюда пришли. Как построить структуру Vivasan. Вот. В этом курсе на данный момент уже сейчас, видите, 5 уроков. Я записал еще 4 ролика. Хотел их засунуть в 1/6 урок, но придется их, наверное, разбить на 2. То есть будет еще 6 и 7, и будет 8 урок сайт-визитка. Ну и 2 технических урока, как получить доступ к закрытой части, чтобы вы не задавали, опять же, вам вопросов. Ну, а вот еще 2 основных урока, здесь будет 3 основных урока будет и 2 чисто технических. То есть вся информация по открытой части основного тренинга, она уже готова. И мы планировали там 2-3 урока, ну, получилось 7 уроков. Ну, больше, может быть, даже лучше. Вот 2 наших основных курса. Вот эти курсы обязательно к изучению, ну, потому что ради чего вы тогда приходили. Да, конечно, у нас есть запись наших встреч, вот, но на просмотр этих роликов требуется время. Я старался делать все возможное для того, чтобы вам все это было попроще. Я писал эти тайминги, то есть какие вопросы рассматриваются, пожалуйста. Но это уже по желанию, понимаете, есть у вас время, есть желание, пожалуйста, смотрите. Нет времени, нет желания, ну тогда не смотрите. Опять же, курс «Компьютерная грамотность», для кого он создавался? Ну, для тех, у кого какие-то трудности с компьютером, понимаете? И если у вас вот именно трудности с компьютером, вы прошли вот обязательный курс, как пользоваться тренинг-центром, и тогда все-таки лучше начать вот с этого курса компьютерной грамотности, чтобы уметь хотя бы стабильно подключаться к Zoom. Вот, чтобы уметь выполнять, ну, элементарные действия по работе с компьютером. Вот планирую сюда записать курс по работе со Skype. Потому что у кого звука нет, то демонстрацию экрана люди не могут включить, то не могут записать разговор. Ну, я это делаю, конечно, запись разговоров. Но вы тоже должны знать об этих возможностях скайпа, потому что будете общаться со своей структурой. Запись разговора довольно полезна. И вот такого плана конкретная информация будет складываться здесь. Если вы все это знаете, ну, вам и не нужен этот курс. Полезные инструменты. Это для тех, кто уже имеет какой-то навык работы в интернете. Вот если вы не понимаете вообще, зачем это, ну, наверное, тогда нет смысла это изучать, потому что, когда человек не понимает, зачем это нужно, он никогда не получит результат от изучения этого материала.
Хотя, в принципе, каждый инструмент – это реально очень хороший помощник. Вот, и вот в последних уроках я даже показываю, как я этими инструментами пользуюсь. Спрашивать, зачем VPN? Ну, извините, у нас есть уже люди из Украины здесь, я вижу по номерам. У нас все уроки основного тренинга по ВК. Контакт на Украине заблокирован. Ну, как они туда попадут? Ну, вот только через VPN. Это самый простой способ, да? Про прокси я не хочу сейчас говорить и так далее. Это будет позже. У нас в России заблокирован Telegram. Ну, самый простой способ, как туда попасть? Ну, VPN, понимаете? И подключаясь к Telegram, я тоже об этом рассказывал. Ну, и так далее, по всем остальным инструментам. Но если ваш опыт еще не позволяет понять, вот для чего это, может быть, тогда и не надо тратить на это время. Понимаете? Не тратьте тогда на это время. Хотя, изучив эти инструменты, вы что получаете? Вы получаете практический опыт в использовании интернета. То есть вы еще раз научитесь там регистрироваться, разберетесь с каким-то новым сервисом. Это вам даст практические навыки, которые вам в дальнейшем помогут в тех же самых социальных сетях. Вы просто будете себя чуть увереннее пользоваться. Потому что когда появляется уверенность? Когда есть какой-то опыт. Если у вас опыта нет, какой нафиг уверенность тут говорить? Поэтому есть возможность, изучайте. Я старался максимально подробно говорить, для чего эти инструменты. И, возможно, нужно будет чуть переработать домашние задания, чтобы вы их выстраивали так, чтобы выполнить домашнее задание, вы поняли, да, какая классная вещь. Вот тогда вы уже сами на себе почувствуете, как это хорошо работает. Вот, но не на все хватает времени. Вот. Ну, о курсе для спонсоров я уже сказал. Это закрытый курс для тех людей, которые уже со структурами, у кого, например, есть склады, то есть, возможно, я там еще какую-то ценную информацию дам по работе со структурой. Ну, сейчас она будет очень нужна. Вот, например, да, общался с Липецком недавно. Классная команда. И прекращать проводить клубы по интересам даже сейчас не надо, потому что их можно прекрасно проводить через интернет. Вот опять же, кто хочет продолжать работу со структурой в таком вот онлайн-режиме, я, возможно, с этого и начну вот в этом курсе. Все-таки расскажу тот опыт, который мы получили при наших онлайн-трансляциях, нашей передаче. Причем опыт достаточно хороший получился, понимаете, и вы можете сразу транслироваться в несколько социальных сетей, то есть увеличивать охват. То есть, возможно, вот от таких ваших клубов, от такой вашей информации вы будете даже больше пользы получать, особенно сейчас, когда люди сидят дома и могут общаться в основном только через интернет. Вот. Коллеги, к чему я это говорю? То есть поймите, что нет никакой обязаловки, по большому счету, да, если вы простой смертный человек, то есть если вы просто пришли на тренинг-центр изучать, обучаться. Конечно, для спонсоров другая ситуация. То есть если вы уже кого-то приглашаете в этот тренинг-центр, прокинуть какие-то курсы, не изучив их, это вообще неправильно будет. Во-первых, вы не сможете их проверять, во-вторых, вы будете приглашать людей на то, что вы сами не знаете до конца. Поэтому для спонсоров, конечно, мягко говоря, обязательная рекомендация выполнить все тренинги, все курсы, которые у нас есть сейчас на платформе. Причем, заметьте, курсы пополняются, и когда я добавляю какой-то новый урок, я пишу об этом во всех наших скайп-чатах. Вот как-то так. Вопросы есть какие-то? Спасибо за помощь в онлайн. Да и пока еще ничего не помог. Может быть, какие-то предложения, может, кому что-то не ясно. Задавайте вопросы, я готов на них отвечать. Пока все согласны, вопросов нет. Можете включать видосы. А то как-то с черными экранами не очень удобно разговаривать. Только кто-то разместил свои фотографии. Это можно сделать только зарегистрировавшись в Zoom. Вот, спасибо, Ирина. Вот, кто еще? Так, Лена. Лен, привет. Вижу тебя. Так. Вот звук не надо включать. Кто-то пытался еще звучок включить.
Хорошо, если все понятно, значит, последнее, что мне нужно будет сделать, это, опять же, написать логичный выход из каждого курса. То есть все-таки сделаю обязательно в каждом курсе это рекомендация, что делать дальше. Но для нашей открытой части клиента с Vivasan, там обязательно нужно будет это сделать, потому что, чтобы люди понимали, как попадать в закрытую часть. Так, ну а теперь... Хотел вначале показать визитку, но давайте я, наверное, вам покажу то, что есть сейчас по автоматизации, чтобы как бы закрыть ту тему, которая была открыта на предыдущем нашей встрече. Так, вопрос. На последнем открытом уроке необходимо вставить студийное фото. Да, можно перенести задание на попозже. Ну, теперь понятно, да, конечно, несомненно, перенести, да. Да, да, я понимаю, коллеги, но это писалось еще до того, когда люди, которые очень заботятся о нашем здоровье, то есть ну, запретили выходить на улицу, и, ну, короче, все это пошло. Запись, может быть, новую? Так, ну да, коллеги, давайте так, я понимаю, что сейчас профессиональный фотограф не приедет к вам домой, потому что профессиональную фотографию можно сделать только при наличии хорошего фона и хорошего цвета. Это вот то, ради чего и арендуется студия, понимаете? Но сам фотоаппарат и человек, который может им пользоваться, это как бы тоже обязательная вещь. Но еще раз повторюсь, если вы... на что-то натыкаетесь и вам не удается двигаться дальше, пожалуйста, пишите об этом домашнем задании. То есть все мы люди, как бы все это читается. Так, пока можно вставить любую, но любую не надо. Поверьте мне, любую не надо, потому что самое длительное или самое долгое надолго то, что сделано на время. Поэтому все-таки я думаю, что у всех у вас есть телефоны хорошие, да? У кого-то, может быть, цифровые фотоаппараты. Вот определитесь с освещением. То есть не надо вот сейчас вот так вот становиться спиной к окну и фотографироваться. Нет. Ну, постарайтесь тогда хотя бы стать лицом вот к свету, да, и человек, который там вас будет фотографировать, чтобы он тоже этот свет не загораживал, ну, подберите освещение, освещенность и сделайте какую-то фотку, вот реально хорошую. Можете ее даже в ту же самую... на конве еще не рассказывал. Ну, ладно. В общем, как сделаете... хотя бы сделайте кадрирование, о котором я рассказывал. И вот такую более-менее нормальную фотку с улыбающегося человека можете выложить в качестве аватарки. Не можете, а лучше всего выложить аватарку. Так. Угу. Да, канва классная, все окей. Коллеги, значит, давайте сделаем как. Я вам вначале покажу вот это средство автоматизации, то есть эту воронку, которую... ну, которая уже готова. То есть ее осталось только немножко подточить под нас. Поменять кое-какую-то информацию, но сейчас об этом скажу. Но само устройство уже сделано. Так, сейчас найду ссылочку. Так. Куда же я ее кинул-то? Так, ладно, сейчас отключу демонстрацию экрана. Извините. Ссылку кинул, вроде открыл, сохранил и, как всегда, куда-то забыл. Сейчас можете пока какие-нибудь вопросы написать, я на них отвечу. Угу. Что-то странно. Не ту ссылку скопировал, извините. Вот такое бывает довольно часто. Так. Вот включаю демонстрацию. Вот сейчас покажу сайт. Да, этот сайт у нас такой стандартный, но уже есть, видите, наши логотипы нашего проекта VivaStars. У него есть менюшка, которую можно править, и благодаря этой менюшке можно перемещаться по сайту, либо можно сразу
зарегистрироваться. Ну, куда зарегистрироваться, я тоже сейчас скажу. Обратите внимание, что на любой сайт, причем даже на ваш сайт, который вы сделали где-то в другом месте и подключили к платформе Векроста, как подключать, покажу. Можно сделать вот такого, но я не скажу, что это онлайн-помощник. Нет. Вот в правом нижнем уголке, хотя место можно менять, но стандартный правый нижний уголок, будет висеть виджет ваш личный, персональный, с возможностью с вами связаться. Вот это вот все выдергивается из нашей визитки, которую мы сегодня будем настраивать. Вот такую штучку для быстрой связи можно повесить на любой сайт. Значит, сайт заточен под бизнес, то есть приглашение на бизнес. Сайт, в принципе, ну, с моей точки зрения, сделан прям, ну, хорошо. Профессиональненько так сделан. То есть стандартные такие вещи, красивенькие, такой легенькие, с движухами, с закрытием разных болей. Все это можно поменять. Его можно сделать на порядок короче. Видите, он под Oriflame был заточен. Ну, то есть это, видимо, та компания, для которой он создавался. Вот. Много тут чего, примеров. Ну, то есть вот человек движется по этому сайту, и боль за болью у него закрывается. То есть ему объясняют, как и что он будет получать. Да, вот это вот конкретно персональная информация о вас, потому что каждый человек может сделать свой персональный сайт, он может его отредактировать, как это делать, тоже будет рассказано. То есть вы оставляете вот всю вот эту вот часть, как у всех, да, а меняете только информацию о себе, то есть загружаете сюда свою фотографию. Почему нам нужна будет хорошая фотография? Потому что она вам пригодится и для вашего сайта. О команде здесь, в принципе, можно сделать тоже ничего неизменное. Ну, отзывы, естественно, да, ответы на часто задаваемые вопросы. Ну, то есть здесь очень много всего. И обратите внимание, чем это заканчивается? Это заканчивается до боли знакомой формой регистрации. Это то, что вы заполняли при регистрации на платформу Векроста. Вот я вам сейчас даже заполню, чтобы вы увидели вот всю эту цепочку. То есть человек прошел, заинтересовался. Конечно, вот в таком вот виде этот сайт нельзя оставлять, потому что этот сайт уже видели многие, но даже его структуру, ее нужно будет менять. Но на конструкторе это делается очень просто. Поверьте мне, если вы уже определитесь, что вы хотите увидеть на своем сайте, поэтому, почему я вам говорил, коллеги, увидите какой-то красивый сайт, который вам нравится, ссылочку сохраните, на конструкторе можно сделать либо один в один, либо что-то очень похожее, но во всяком случае по структуре. Вот я сейчас заполню какие-нибудь левое имя, отчество, заполню страна, электронная почта, в обязательном формате электронной почты, такой левой, да, и какой-нибудь левый телефон вобью сюда. Вот, например, я заполнил форму регистрации. То есть меня заинтересовала та информация, которая выложена на сайт. Я еще никуда, ни в какую компанию не регистрируюсь. Я просто подаю заявку. Нажимаю «Отправить анкетные данные». Что происходит? На первом этапе длинные большие формы заполнять не стоит. То есть человек просто выразил свою заинтересованность. То есть даже страну можно снести. Это можно вот здесь, вот видите, здесь опять же есть страна. То есть форму регистрации можно менять. Оставить только фамилию и телефон. Человек заполнил, он попадает к следующему шагу заполнения анкеты. Да? То есть он пишет какие-то свои контактные данные дополнительные, но это не обязательное поле. Он почему-то обязательным полем является дата рождения. Вот сложно мне это понять. Можно и не заполнять, потому что это тратит время. Страна, регион, город обязательно, адрес тоже обязательно. Ну, с моей точки зрения, излишняя информация, это уже можно будет заполнить, когда человек зарегистрируется на конечном этапе. Вот, фамилия еще раз, ну, тоже сложно мне понять. Можно тут оставить что-то обязательное, кое-что я бы убрал. Переходим к следующему шагу. И вот появляется тот сайт, но аналог которого я вам показывал на прошлой встрече. Здесь он называется сайт автособеседования. То есть вам задаются вопросы, то есть, ну, не вам, а человеку, который идет по этому шагу, дошел до этого шага. Да? Для чего все это делается? Для того, чтобы просто отсеять людей, которым это нафиг все не нужно. И, конечно, отсеять ботов. Потому что первые два шага может заполнить программа, бот.
Но вот на этих шагах нужно писать уже специализированного бота, который бы это все прошел и заполнил. Поэтому здесь отсев идет и всех этих автоматических заполняющих программ, формы на любых сайтах, а это будет очень часто, потому что нет никакой капчи, эти формы будут заполняться. И отсев людей, именно живых людей, которым это, в принципе, абсолютно не надо. То есть человек начинает отвечать на вопросы, причем, видите, тоже приходится что-то заполнять, проходит по всем этим этапам, можно вернуться к предыдущему этапу, можно вставлять какие-то видео поясняющие, то есть чтобы человек уже, пройдя вот это автособеседование, у него были ответы на основные вопросы. Конечно, ролики должны быть короткие, вот здесь вот 2 минуты, видите, какие-то понятные, очень понятные. Человек отвечает и движется дальше по этому сайту. Вот еще один какой-то ролик, вот здесь вообще меньше минутки, то есть он рассказывает о принципе работы, да. Вот, спрашивают, готов, да, готов и так далее. То есть я двигаюсь по этому сайту автособеседования, причем вот здесь вот вверху видно, какое количество шагов я уже прошел. Ну, давайте я сейчас отвечу. Все это меняется. Все можно поменять полностью. И шаги, и название шагов. Главное, чтобы вы понимали, на что это менять. Чтобы у вас была вот эта вот структура, как человека провести, какие вопросы ему задать. Вот, цель регистрации. Вот, опять 2 последних поля нужно заполнить. С какой целью вы зарегистрировались и зарегистрированы ли ваши родственники в компании. Нажимаю «Готово». Вот, на этом человек прошел 3 шага. То есть он прошел 1-й шаг, то есть на котором обваливается больше всего, это ваш шаг лендинг. Он прошел 2-й шаг автособеседования и вот прошел 3-й шаг, на котором он заполнил последнюю форму. Ну и большое какое-то видео, видите, вот, досмотрите это видео до конца, пожалуйста, смотрим его. Но самое главное, что вы как человек, который скинул ссылку на вашу продающую воронку, либо эту ссылку разместил у себя где-то в группе, либо на эту продающую воронку на сайт, вот этот, который я вам первый скинул, настроил платную рекламу. И все, кто прошел по этой воронке до конца, заполнили анкету, они появляются у вас вот здесь. Видите, в разделе «Анкета» появились новые, и вот у меня появилась новая анкета. Вот. Вот все, что человек заполнял, можно посмотреть, откуда он пришел. Можно начать с этой анкеты работать благодаря вот тем данным, которые он на себя оставил. Оставил почту, оставил телефон, вайбер, ватсап. Вы с этим человеком начинаете работать. И вот на этой страничке будут все действия, которые вы с этим человеком делали. Ну, как обрабатываются анкеты, опять же, отдельно запишу. Будет все очень понятно и подробно. Ну, кто очень хочет, кто очень спешит, можете смотреть вот в квесте «Века роста». Обо всем этом рассказано, и как работать с анкетами, тоже у них есть отдельное видео. Вот так вот. Так, в принципе, немного понятно, как работает вот эта вот схема автоворонки. Напишите, пожалуйста. Можете даже голосом сказать. Ну, в принципе, понятно. Единственный такой вот вопрос. Это все же у нас вот этот вот сайтик уже как бы вложено, да, всю нашу программу? Мини-сайт. Какой мини-сайт? Вот эту систему. Которую вы сейчас показали, да. Да, она пока есть только в кабинете Ольги Васильевны, но всех, кто дойдет до 2-го этапа, угу, подключите. Причем у вас у всех будет своя личная ссылка на этот сайт. У вас у всех будет вот значок внизу. Помощник, персональная визитка будет своя, ваша, которая будет сейчас вот сформирована на основе сайта визитки. И все это у вас будет, но опять же, еще раз повторюсь, не надо думать, что как только у вас это появится, вы решите все проблемы. Проблемы многие будут решены при одном условии. Если у вас будет возможность на этот одностраничный сайт по этой реферальной вашей ссылке, чтобы кто-то переходил,
То есть если у вас есть уже посещаемый профиль, и вы ссылку на свою воронку разместили хотя бы в разделе «Сайты», уже кто-то будет переходить. Разместили, размещаете, например, по своей стене, вот кто-то спрашивал, сегодня в скайпе писал, надо ли ссылки размещать на свои ресурсы. Ну, проще, например, даже разместить ссылку на свою визитку, которую мы сейчас все сделаем. А вот если вы будете размещать ссылку на свою воронку, то люди вот по этой воронке будут проходить. Если у вас есть возможность создавать платную рекламу, то вообще будет вопрос. Ну, это нужно уметь, как ее создать. Надо же правильно ее создать. И... Естественно. Как бы сейчас еще не совсем готовы, сейчас дадим эту платную рекламу, и тут же... Да, это абсолютно верно. Поэтому я сейчас никого не призываю к платной рекламе, особенно когда нет понимания, что людям предлагать. Вот, когда вы поработаете руками, понимаете, когда вы поймете, вот, ну, какие посты, которые вы выкладываете, привлекают внимание, выложили такой красивый пост, под ним ваша ссылочка, и люди уже пошли на вашу воронку. Вы видите, вы будете в статистике видеть, сколько у вас переходит. То есть вы понимаете, вот то, что я делаю, это реально классно. Но я только сегодня поняла, для чего нужен VPN. Вообще не понимала. Сегодня я только услышала, потому что, хотя несколько раз говорила, но вот именно сегодня услышала, для чего это нужно. Но пока мне это как бы не нужно, но я уже знаю, что я могу это применить, когда мне будет это нужно. Спасибо, да. Ну и вот еще очень важный вопрос. Ну вот смотрите, давайте представим идеальную ситуацию. Вот я вам, например, всем настроил платную рекламу. И люди проходят вот по этой воронке, то есть ее доделать там не так уж сложно. Вот люди проходят, заполнили, прошли по всем этим трем этапам, и у вас в личном кабинете появилась новая анкета. Что вы дальше будете делать? Ну да, это понятно, что мы еще не готовы к этому, я понимаю, надо потому учиться. Потому что, читая вот те ответы на домашнее задание, напишите разговор с клиентом, ну вот есть у вас анкета, вот у вас есть заявка, контактные данные с человеком, но дальше-то его нужно как-то вести, чтобы он его... Он проявил интерес, он сказал, что да, я хочу, мне интересно, что вы делаете, но что дальше? Должно быть какое-то действие, понимаете, он не просто прошел и записался. Дальше вы его должны, скажем так, подвести к какому-то действию, как-то подвести к желанию зарегистрироваться в вашу структуру. Для этого должна быть у вас какая-то схема конкретных действий, а судя по тем ответам, она далеко не у всех есть, понимаете. И тогда как вы будете с людьми общаться? Без разницы где, в интернете, вживую, в офлайне, понимаете. Ну, если понимание, что нужно делать для того, чтобы человека подвести к регистрации, нет, это очень, мягко говоря, нерадующая ситуация. Поэтому вот об этом нужно думать. И чем вам хорош этот интернет? Да вы эту схему можете отработать на всех людях. И если не получится, то ладно, не так уж обидно. Бывает обидно, когда вот пришел конкретно живой человек, которого вы знаете, и вы пытаетесь ему что-то там рассказать, сподвигнуть его, зарегистрироваться под вас, а он вас слушает и понимает, блин, какую-то фигню мне говорят вообще, извини мне, еще там на лице у него там всяческие эмоции. Вы все это слушаете, понимаете, блин, все, не буду я этим сетевым заниматься. Причем тут сетевой? Вообще никак не связано. То есть вы что-то делаете не так. Поэтому интернет – это прекрасная возможность. Вот все эти диалоги отрабатывать на людях, которых вы не знаете, в принципе, не знаете. И ничего страшного тут этого нет. Но пока вы не отработаете вот эту вот методику, что говорить с человеком, на что его дальше приглашать, это просто будет трата денег. Даже если у вас будет платная реклама настроена, даже вот будет у вас такая схема, прекрасно работающая, без всего этого лишнего, у вас будут эти анкеты появляться, понимаете? Что дальше? Что дальше с этими людьми делать? Поэтому вот, например, наш тренинг-центр – это самая простая возможность. Вы его приглашаете вот на это обучение. Вот недавно еще раз разговаривал с девушкой, с которой я общался, ну, когда Greenway тут тестировал изнутри. Да, они сейчас перешли из контакта, они перешли в Инстаграм. Почему? Ну, потому что... Те действия, которые они выполняли ВКонтакте, они их выполняли, мягко говоря, через одно место, не связанное через голову. Вот. И у них было, ну, мало заявок, вот этих анкет, понимаете, ну, крайне мало людей спрашивали, расскажи мне. Но эти люди были. И работая руками ВКонтакте,
Это замечательная девушка, потому что она всех переводила в основном на голос. Она отработала методику, как человека доводить до регистрации в компании. Она приглашала его на обучение, контролировала каждый шаг, каждое выполнение его урока. У них это дело удалось руками, у них нет такой платформы. То есть она кидала урок, потом спрашивала, сделал ты или нет. Поэтому вам здесь тоже нужно заниматься тем же самым. То есть человек начал, зарегистрировался на платформе, вы его контролируете, вы его ведите, у вас будет тогда связь. Я с ней почти месяц общался, мы там друзьями стали. И вот за это время, когда они работали ВКонтакте, она настолько отработала схему, вот до автоматизма отработала, что говорить с человеком. Я вот вспоминаю ее голос, когда мы с ней только начинали общаться. Это был неуверенный, дрожащий голос, вот реально. Ну, потому что она это делала нечасто. А через месяц, когда все-таки у нее постоянно шли эти заявки из контакта, она их всех проговаривала, когда там по 5 часов в день начитывала сообщения, то все, человек стал уверенно говорить. И что им дал Инстаграм, что им дала платная реклама? Да, сейчас платная реклама в Инстаграм, в сторис особенно, она относительно недорога. То есть они получают заявки, там, расскажите мне о том, как зарабатывать деньги. Она, блин, готова. У нее, блин, такой опыт. Она всем этим девкам в Инстаграме начитывает, кидает свою ссылку на контакт, что самое интересное. И вперед заработает схема, которую они уже отработали. Поэтому, понимаете, автоматизация, она должна быть на каждом этапе. То есть должно быть все отработано на каждом этапе. И если у вас на каком-то этапе провал, и самое обидное, когда провал, вот когда у вас есть заявка, это, блин, самое обидное, извините. Вы столько сделали, вы там заплатили денег, но вам не придется платить за эту автоматизированную воронку. Да, но так-то она стоит там 11, 15, 69 тысяч, блин. Вот вы вложились в платную рекламу, вот получили заявку и не смогли довести эту заявку до клиента. Нормально, что вы всех не доведете, но если вы не будете доводить 50%, это вообще грустно, потому что те люди, которые прошли вот эти три шага, это уже вообще мега горячие клиенты. То есть люди, у которых есть навык рекрутирования хороший, они даже людей, которые прошли один шаг, там ответили на несколько вопросов, они их дожимают и заставляют их практически регистрироваться. А человек, прошедший по трем шагам, которые я вам показал, это вообще мега горячий клиент. Здесь нужно доводить до заявок, до состояния клиента, ну, 75%. И это можно делать. Но этому нужно учиться, нужно отрабатывать эту методику. На рекламе можно слить много денег. Можно слить, да можно на всем много денег слить. Идем по очереди. Да, абсолютно верно. В уроках на ответы ДЗ возникли вопросы. Диалог где? Ну, это первый урок нашего основного тренинга, то есть там, где я прошу в домашнем задании, сказано, распишите примерный диалог с клиентом. Вот как вы будете с человеком говорить? Вот человек написал вам ВКонтакте, например, да, мне интересно. Или как вы будете вообще его подводить? То есть он что-то сделал, заинтересовался вами. Вот как будет выстраиваться диалог? Уроки, которые записаны, но еще нет, называется вот эта активность. Я буду говорить, конечно, о скриптах. Конечно, я вам дам эти скрипты, но, честно говоря, я вам очень рекомендую ими пользоваться, потому что когда человек начинает работать по скрипту, вот у него есть этот примерный диалог, что, как, какой последовательности нужно говорить, он даже не разговаривает. Он просто копирует куски текста и кидает. Поверьте, человек на том конце провода, ну, то есть с той стороны компьютера, он не дурак. Он видит, что с ним не разговаривают, ему просто какие-то заготовки вот так вот кидают, и от него, по большому счету, отмазывается. Поэтому реально старайтесь именно с людьми общаться. Диалог онлайн. Нет, мы пока диалогов онлайн отрабатывать не будем. Это будет в закрытой части. Я очень надеюсь на то, что мы проведем качественную бизнес-игру. Вот лучше, конечно, всего тренироваться на своих, вот честно говоря. Поэтому бизнес-игра, что она из себя будет представлять? Кто-то выступает в виде человека, который вот хочет вам, к вам в команду, да? А вы человек, который готов этого человека принять. И вот такая бизнес-игра, то есть это будет сделано именно в режиме онлайн, чтобы быстрее этот диалог отработать, чтобы мы его не писали, а мы его прям будем отрабатывать. И я очень надеюсь, что здесь Ольга Васильевна примет участие, она будет у нас таким мега-арбитром.
Вот. И мы покажем на примере, вот что говорить, что не говорить. И вы сами это увидите. Причем нужно отработать несколько вариантов. То есть на что вы приглашаете? На продукт, на бизнес, понимаете? Потренироваться, и будет все классно. А, все, я понял. Юль, спасибо. Ну, хорошо, вот я благодарю за уточнение. Я когда пишу, я смотрю со своей колокольни. Да, да, логично. Я внесу эти уточнения в урок. Без разницы, где этот диалог будет вестись. Вы можете вживую с человеком встретиться, можете переписываться с ним. Принципиальной разницы нет. То есть есть структура продающей консультации или продающей встречи, или там продающей консультации в скайпе. Что нужно с человеком говорить? Знакомство, выявление потребностей, заинтересовать, предложить решение. Вот эти вот шаги, они есть, и без разницы, где вы выстраиваете этот диалог, в жизни, в интернете, по телефону, неважно. Чтобы достичь какого-то результата, а вы должны понимать, к чему мы идем, а мы идем к регистрации, то есть эти шаги нужно будет пройти. Так, есть еще вопросы? Что-то у нас сегодня прям такая мега-дисциплина, никто микрофоны не включает. Научились все. Так, давайте сделаем как. Я сейчас наставлю на паузу вот так.